А теперь время новостей первого костра. Коллекция бабочек в стенах Алексеевского краеведческого музея, корпус гитаристов «Дружного Москвы» и молодежная акция, посвященная Дню поэзии. Об этом не только корреспонденты «Мир Беловодья» прямо сейчас. У этих ребят выбор между компьютером и книгами стоит. В день поэзии, вооружившись томиками стихов, активисты молодежной организации «Новое поколение» Андрея Скотча вышли на улицы Старого Оскола. Писал, и тут они заголосили. Девчоночки запричитали в сласть. Как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. В рамках акции «С днем поэзии, любимый город» ребята не только декламировали произведения Есенина, Пушкина, Рождественского, но и дарили прохожим стихи в кармане. Мини издание шедевров русской поэзии. Так активисты не только поздравили граждан с днем поэзии, но и показали, ничто не заменит книги. Когда я сейчас пришла с книжкой, и мальчики посмеялись, я так подумала, то, что надо агитировать, дальше возносить это людям. Может быть, мы все-таки на них достучимся. И потом такие слова, которые мы даже, наверное, в жизни сейчас не произносим. Настолько это все красивое. А мы это все забыли. Акция не оставила прохожих равнодушными. Светлана Юртаева сама пишет стихи. И для нее такой подарок стал приятным сюрпризом. Я могу выразить только восторг по поводу этой акции, потому что сейчас это очень злободневно. Ребята, которые прививают такую же молодежь, как они сами, к чтению, натуральному чтению книги, вот к этому духу самой книги, это очень ценно и это замечательно. Действительно, отвлечение современной молодежи от компьютеров, от вот этого всего бездушного и ни к чему не ведущего, это очень хорошо, и спасибо, что проводятся такие акции.